Раз, два, три, раз. Надеюсь, меня слышно и видно. Как связь, все ли хорошо у нас с вами? Ну что, ребятушки, всем доброго вечера. Я дико извиняюсь, что у меня слетел весь чат, где вы писали все треки, которые хотите. Опять камера, да? Сейчас крутим, крутим камеру. Так. Норм? Вот сейчас норм? Ой, блин. Хорошо? Камера, камера. Так. Я дико извиняюсь. Кто это тут у нас? В прямом эфире в нашем чате. Саша, привет, привет, привет. Ребята, кто до этого писал? Вот, супер, супер, спасибо. У меня просто слетел чат, и я не вижу ваши больше треки, которые вы писали. Вот, поэтому я вас попрошу еще раз продублировать. Так, вот. Поэтому вот, очень все супер. Я вижу, начинаю записывать. Ну, вот этот я... коза, ага. Потому что кто-то мне писал по поводу трека вот эти мелкие сливки. Хоми, очень все записано, Андрей. Все, все будет. Так, Саш, сейчас открою. Сейчас открою чат, чтобы все супер видно было. Угу. Вот. Запланирован наш эфир был чуть-чуть попозже, но почему? Собственно, почему мы, собственно, чуть-чуть раньше начали? Потому что у меня очень много треков, которые вы писали ну, до этого, заранее, и поэтому мне хотелось бы все-таки сегодня послушать, и при этом послушать те треки, которые вы сегодня напишете. Ну, сорян, может быть, не все мы успеем, как бы, ну, а может быть, и все, как пойдет, как пойдет. Так, Саш, я записываю твой трек, который ты хочешь, чтобы мы послушали. Лил Дракхил. Вот, ребятушки. А с вас мы сегодня, я настроена очень позитивно, бодро и заряжена на эфир. Надеюсь, что очень будет крутой, потому что, к сожалению, опять прошлый эфир меня заблочили. И знаете почему? Из-за кого? Из-за пошлой Молли. Вот как бы я такая сегодня только настроена, думаю, мы ее еще раз послушаем, но нет. Поэтому... Дай себя. Вот, ребятушки, мы будем сегодня слушать, слушать много, общаться. И надеюсь, у нас будет тоже очень продуктивное и веселое общение. А с вас, дорогие друзья мои, ребятушки, котятушки, ставим лайки, подписываемся на канал, не жалейте пальчики вверх, там все дела. А еще ссылка на телеграм мой канал в описании. Вы как-то очень скромненько прибавляетесь туда, поэтому поактивнее, ребята. Вот, да, пошла Молли, конечно, вообще так прям она как-то там нам подложила что-то, кого-то. Вот. Поэтому постоянно банят. Вот. А ну что, без долгих речей мы можем приступить, я думаю. А знаете, с чего? У меня прям тут две страницы уже написано ваших треков. И знаете, с чего мы начнем? А, кстати, уточните, пожалуйста, кто, если еще не зашел в наш чат, ну, кто просил послушать Мияги Энди Панда, уточните, какой трек. Или, если не уточните, мы любой просто послушаем, какой мне понравится. Вот. Саша, кстати, я тоже твои реакции смотрела, смотрела вчера и сегодня. На разные песни. С песней Андрея. Лирика? Лирика или нет? Или веселенькая? Не, хочется что-нибудь веселенького начать. Но не знаю, будет это веселенько или нет у нас, собственно. То вдруг сейчас нарвемся на какой-нибудь.
Вот такое. Давайте по порядку, что у меня тут записано. Лепесток Джетти Гэс. Кто-то просил. Вот. А еще знаете, кто с нами сегодня в эфире? Надеюсь, меня будет видно. Нас будет видно с моей кошечкой, с моей ласточкой. Марсюса. Сегодня с вами нас Марсюса. Да, ты вообще звезда сегодняшнего вечера. Думаю, козюлечка. Ну все, наплачивайся. Вот так, супер, да. Ты вообще в теме, я поняла. Ну, так, да, ну, да, ну, ладно. Только не мешай, да? Договорились. То, что ты мешать мне не будешь. Так, лепесток. О, лепесток, представляете, вообще. Это фит. Ага. Квандор. Вот, по-моему, Квандор мне очень знакомый, если не ошибаюсь, у них на днях. Какая кошка? Очнитесь, если кто не понял. У них, по-моему, какой-то мне трек на днях попался, если не ошибаюсь, если их не путаю с кем, то... Ну все. Любовь у нас с тобой. Просто любовный альбом. Знаете, такая песня раньше была, по-моему, я ее первый раз услышала. Comedy Woman или Comedy Club. Любовная любовь. Так, Клоп, Ванечка, давайте не засорять нам, пожалуйста, чат, абы какими словами. Если вы не поняли, что это собака, ну, как бы проблема, извините, не у нас. Никто не говорил про кошку. Ее зовут Марсель вообще-то, если там... Это... В общем, все, давайте. Правду. Нужно положить ее на самое видное место. Прошу прощения, у меня был включен очень интересненький эфирчик такой. Так, все, Джетти Гэс у нас сейчас в эфире и лепесток. Секунду, мне хочется почитать про Джетти Гэс. Это у нас Кирилл Юрьевич Калашников. Это, так, битмейкер из города Севастополь. Успел поработать с такими артистами. Ух, скриптонит, Моргенштерн, Федук, крутой чувак у нас. Больше меня напрягает, конечно, уже какой эфир чувак, который мне вот так вот выскакивает в правый нижний угол. Ну ладно, поехали. Лепесток, слушаю. Воздержать в темных глазах, тяну на лицо, я каменю раз. Змеи так шипят, ощущаю я, как сказать люблю, что у тебя не сухо. Чем я чисто как цветой. Я внутри сожжусь и сбеюсь, чтобы быть с ней. Сниму замок. Только высота разлучает нас. Форма изо льда может прыгнуть сейчас. Потерялся там, где нет тебя. В голове бардак, потому что ты ушла. Yeah.
голове, будто нервы шалят. Ох, ребята, как это мощно и очень круто вообще. Ну, не знаю, мне очень зашло. Мне прям вообще огонь зашло. И вот я сейчас вот все-таки хочется проверить, не ошибаюсь ли я. Ой, ребята, это однозначно, я добавляю себя в плейлист. Супер просто, не знаю, это очень круто. С точки зрения вот бита, музыкальности, это, я не знаю, это кайфово. Меня, как говорится, меня вштырило, вставило вообще. Тема, я так поняла, не то, что не разделена любви, я так поняла, уж, ну, как бы, типа, парень любит девушку, продолжает ее любить, но отношения, видимо, как бы не сложились. Вот он вроде как и грустит, да? Как себя сдержать, но в глазах лицо окаменело в раз. Мне как шпятащая я, как я люблю, чтобы себе не соврать. Как бы типа предыстория такая, вроде когда. Я опять молчу, но вроде кипит кровь, я сорвал ее, чтобы не на песок. Все. Что ты говоришь мне, не смотрю назад, опять держу все, хотя мог бы и сказать. Ну вот во втором куплете припев такой вот. Что ты говоришь мне, не смотрю назад, опять держу все. Я мог бы и сказать, я тебя выдумал, на свои чувства плевать. Ну, в общем, как-то, я так понимаю, когда парень там, не знаю, потерял свою любовь, он только потом осознал. Сердце лед, кровь ручьем бьет, чувство как-то. Ну, в общем, очень круто, не знаю, мне очень зашло. Он необычный, он своеобразный, но. Ой, прям. Ух, смак! Классно! Классно, спасибо. Вот я, помните, говорила, что в телеграм-канале мне хочется сделать плейлист. Надеюсь, муж мне поможет это сделать, да? Да? Сделает? Вот. И этот трек обязательно. Вот это обязательно. А Андрей Гаврилов. Да, я, кстати, этих чуваков знаю, про которых ты мне писал. Рауф Фаик, у них очень, у них в основном лирика, но прикольные есть песни. Но мне кажется, они все-таки немножко, ну, как бы вот, ну, чуть-чуть однообразненько делают. Вот, поэтому давай сделаем так, потому что мы сегодня послушаем твой трек Хоми Отчим. Хоми, по-моему, тоже знаю. Давай кинь какой-нибудь трек Рауфа и Фаика, который ты хочешь. Не альбом, а трек. Так. Так, а давайте вот Саша 98 из этих трех выберите один, вот самый прям самый при самый. Который хотите, вот Гири, засыпай или MP3. Может, еще какой-нибудь сейчас. Я люблю тебя, клип официальный. Я люблю тебя. Как бы я даже его не слушала, возможно. Так. Ну, давайте вспомним даже. Люблю тебя. Все, поехали дальше. Ой, Сюся моя. Ну, очень крутой трек. Вообще, мне кажется, мощно прямо начали. Спасибо большое. Так, следующее идет такое своеобразненькое, мне кажется, во всяком случае, по названию. Пусси киллер. Прости и напротив. Зайдет вот так, если мы напишем. Я? Настя, прости, Дима. И тебе тоже неудобно, да? Пусть
Вы мне два трека, да, написали? Ага. Ну, в общем, вот так слушаем. Прости. Пусть Акиля, прости у нас будет. Так. Прости. Так, ты прости меня, что я тогда так ушел. Лирика, лирика нет. Ничего пока в описании нету. Ну, ничего, поехали, слушаем. Так, надеюсь. А давайте мы сделаем вот так вот. Так, поехали вот так. Прикольно, ребята, такая погрустит песенка, лиричная. Единственная тематика пока вот что-то у нас прям такая любовная, любовь, такая какая-то неразделённая. Прости меня, что я тогда ушел. Здесь опять парень переживает за то, что вот он ушел. Тут тем более получается вот явно прослеживается, что он как бы бросил, опять пожалел. Ну, к сожалению, знаете, это такой, я называю, возможно, не ирония судьбы, да, а какое-то слово вот у меня крутится. В общем, суть в том, что... Да что ж такое-то? Вот какое-то прям слово. Вот оно, я прям ощущаю его. В общем, забавная штука вот в этой жизни, что в плане того, что почему мы не ценим, да, когда вот имеем.
Может быть, надеюсь, что это все-таки с возрастом приходит, но зачастую, когда мы молоды, вот этот период влюбленности, бабочки в животах там или еще что-то, и вылазят все наши комплексы, все наши с примесью наших принципов, у кого-то там, не знаю, эго и все такое переполняет, и порой зачастую бывает, что мы не ценим, там, то парни девчонок бросают, то наоборот девчонки там, не знаю, смотрят и кажется, они найдут лучше там какой-то себе принцип, а потом получается, что оборачиваются назад, и получается так, что жалеют о том, что, блин, не ценили, а вот вроде все-то и хорошо было, круто, особенно когда, знаете, такая конфетно-букетный период у всех разные были. Ну, в общем, ребята, девчата, цените то, что имеете, вот живите здесь и сейчас, прям этим моментом, вот что я хотела вам сказать. А по поводу трека, опять, наверное, много слов наговорила, по поводу трека мне хотелось, знаете, уже развитие вот в куплете, потому что припев, скажем так, он как бы за двойным повтором, сначала интро, потом припев, все в одном тоне, ну окей, хорошо, мне кажется, как бы можно было и без припевика вначале обойтись, ну ладно. Но мне хотелось развития какого-то вот здесь с музыкальной точки зрения, в куплете начать. Я поняла, что оно вот уже подводило, думаю, ну блин, не облажайся, в припеве хотя бы начни. И в припеве тоже, знаете, вот тоже с такой натяжкой, вот только самый вот такой яркий момент наступил за вторым повтором. В припеве втором. Вот. Просто не все могут дослушать до этого момента, когда вот этот кульминационный момент настает, мне кажется. Вот. А так, ну, если оценивать, знаете, давайте оценивать, стараться как бы, не то что стараться, все-таки более какая-то конкретика будет, на мой взгляд, а по 10-бальной шкале. Вот. Я бы дала этому треку... ну, такую, знаете, семерку. Потому что лирика, она всегда слушается. То, что не хватило, как бы, да, здесь чуть-чуть, ну, это опять же мне развитие. А так как бы не затянута она. Концовочка такая вот растянули именно с музыкальной точки. Прикольно, классно. Молодец, парень. Так, хорошо, прям сегодня такой вечер у нас. Так, что у меня тут писать? Много-много всего. Классно. Так. Название. Так, Саша 98. В общем, определяемся. Макан 20, правильно? Ну, 3, послушай, вы даже просто не представляете, у нас сколько еще впереди треков. У нас еще один даже авторский сегодня. Волок меня просил ветром послушать. Мне очень, на самом деле, интересно. Так, я Макан напишу. Кизару будет, ребята. Нет, 3 как бы перебор. Heroin Water, божественный. Heroin Water уже был у нас на прошлом. На прошлом эфире был божественный план. Марсюха сидит, вообще не втыкает, скажет, господи, куда меня занесло с такой-то фазёшкой? Божественный... план. Да, Андрей Гаврилов, Рауф, Фаик, который послушал. Ну вот вы написали, как бы мне, я люблю тебя. 20, думаю, вам понравится. Окей, все, 20, определились. Марсуша, держись. Бабочка в животе. Все сердце для... Так. Трипсайт у нас, да?
Кстати, напишите, ребята, у кого какое настроение у вас? Потому что у меня вот я такая прям на бодряке сегодня, знаете, после работы особенно приехала, мне сегодня на работе сказали мои мамочки золотые, сказали, Господи, Алина, ты что принимаешь? Почему ты такая бодра и весела? Вот. Напишите. А вот песни, видите, сегодня у нас какие такие прям одна, вторая лирика пошла. Я, кстати, Влад Панов, привет. Да, у нас тут ирония как бы жизни, да. Я знаю такую пословицу, встречала. Божественный план я записала. А двадцатку мы определили, Маканда. Да, 11:22. Да, этот трек будет. У меня даже два их записано, один точно послушаем. Хорошо. Все, лучше божественный план послушать. Ой, ну прям заинтриговали. Ну ладно, посмотрим, что нас ждет дальше. Так. Так. Майот ты у меня записан. Следующий. Этот трек или... Вот он, собственно, песочный человек. А, это... Подождите. Это... В общем, мне заказали 17 «Песочный человек». Это альбом. Друзья, я прошу вашей помощи. Уточните мне, кто знает. Это... Если альбом, мы идем дальше. Просто как бы так понимать. Я себе тогда помечаю. Да. Да, все, сорян, 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 это альбом, значит, я себе неправильно написала, окей, все, все, отпало, идем дальше, поэтому сорян, сегодня не будет альбомчиков, альбомчики будут в следующий раз. Саша, спасибо, спасибо, Саша, спасибо, я вижу. Так, скажите, друзья, появился желающий, кто спрашивал, просил меня Генди Панда, какой трек, или нет, или мы идем дальше. Потому что у нас следующий. Андрей Гаврилов, ты тут? Следующий трек. Вот будет. Хоми отчим. Какой трек? Вот, все, супер. Мияги, это не Фрилинс. Так, поехали, пока мы слушаем Хоми Очи. Ой, я знаю, да, я знаю этого чувака, у меня некоторые треки его однозначно есть, давно-давно я, какие-то они у меня были, но поехали, слушаем. А в голове дым из дома. Девочка моя, ты не бойся, в комнате с братом пускаю. А в голове дым из дома. Девочка моя, ты не бойся, в комнате с братом пускаю. Мы с кольца помню брату. Сможешь ты для него был не только другом. В голосе слышу обиду и горечь. Вряд ли меня ты теперь уже вспомнишь. В ласком кругу чужекровных картин. Криками, криками гематомы. Сопли напившись крепкого рома. Помню тебя, выгонял он из дома. Снова звонки, снова звонки, снова. Ты никогда не будешь моей дочью. На заднем плане орёт, что есть мочи. Отчим посреди ночи. И как бы не было дома красиво, эти двери в объятиях сатиры. Стены пропитаны там негативом. Чёрту подальше от этой
исчезаем в полчаса. Если ты меня там слышишь, папа, то почему в голове моей пустота, темнота и не видно дна, и пуста моя комната. Как мне выйти из омута? В голове моей пустота, темнота и не видно дна, и пуста моя комната. Как мне выйти из омута? Омута. Полетели маты, полетели стулья, с криками фотографии семейные с фотоальбома. О, ветру догорает дотла, дым на балконе, курите двое. Сколько раз уже в тебе умерла та надежда, которую он тебе гонит. Рвали номера, обещали друг другу, что больше не будет. Но все повторяется, как вчера. Заметил, что косо на вас смотрят. Знаете, ребята, здесь прям такая очень тонкая тема поднята, да, прям, ну, картина рисуется вообще невооруженным глазом, к сожалению, и вот, ну, однозначно этот трек, я не знаю, как бы не для заслушивания, потому что, на мой взгляд, он тяжеловат и по музыкальной составляющей, и, в принципе, по тексту, да, тут прям, ну, прям, не знаю, крик души, так сказать. К сожалению, да, в нашей жизни это имеет место быть. И не так редко, наверное. Фух, ну, в общем, как-то прям тяжеловато на самом деле. Да, я вот, если обратите внимание, специально удалила и хотела посмотреть вообще, как бы вот у меня даже добавлено его два трека, есть ли у него последние релизы. Ну, вот вроде есть, но я его просто не видела, потому что вот какого это года? По-моему, 15-го, если не ошибаюсь, видела. Это, ну, сейчас вот, вот уже такое, такого плана редко кто делает по не то, что по структуре даже трека, а, ну, в принципе, по манере, наверное, по стилистике. И это прям сразу, ну, как бы, мне кажется, слышно однозначно, кто, грубо говоря, там, не знаю, слышал несколько лет назад, и тем более знает его, а я как бы, ну, знаю этого артиста немного по его песням. Песни его отличаются, они в основном это лирика, все такое, как бы сопельки, слюники. Но, да, сейчас... сейчас такое не делают. Ну, тяжеловато песня, как бы, нет. То есть один раз послушать, окей, а вот заслушивать, надеюсь, Андрей Гаврилов, вы не заслушиваете сильно этот трек. Вот. По какой там десятибалльной ли, да? Ну... я бы сказала... понимаете, это трек старый, и на тот момент, как бы, вот, ну, не знаю, стабильная вот девятка пусть будет однозначно, потому что тут как бы это вот прям трек история, так я бы сказала. Вот, да, ну подождите. Ну да, да, то, что не мон. Ну вот, Саша, я прочитала тоже твой, как бы, в чат ты написал. Раньше он однозначно популярный был, и сейчас, как бы, его даже, ну, я его вообще не вижу. Я за что думаю, он вообще пишет, да, он еще есть, как бы, вот, в плейлистах или нет. Вот. Ну, как бы. Как артист, он классный, лирик. Так, следующее идет у нас. Ой, ой.
А, кстати, божественный план. Кто сегодня заказывал? У меня такой вопрос. У меня просто еще до этого. Просто сегодня, знаете, хочется максимально больше услышать тех треков не за повтором, который там вот один артист и две песни, а все-таки разных. Поэтому у меня вот написано два трека Hero in Water, божественный план и 2K16. Ну, я так подразумеваю то, что тот, кто просил 2К16, наверное, его сейчас с нами нет. А тот, кто просил божественный план, с нами есть. Да? Или нет, или путаю, или это один и тот же человек. Поэтому, в общем, кто первый напишет, какой трек этого исполнителя, того мы слышим. А пока, пока, ребятушки, пока у нас идет, ну, я думаю, что 12:22, да, дождался своего часа. Саш, нет, вообще твоя не в конце. Она уже очень скоро. Да, Рауфа файт будет тоже. Смотрите, прям мне кажется, я прям чувствую, что я могу вообще жестко сейчас ошибиться по названию. МЛК плюс. У меня вообще написано сливки трек. И тот, ой, Марсюша, ну что ты прям, ну я понимаю, ты свой трек хотела, да, сейчас это послушай. Но, так, я, мне кажется, что-то упустила. МЛК сегодня просили совсем другой трек, сейчас, секунду. А, Коза. Коза, да? Коза все-таки, да? Ну ладно. Вот так. Тогда сливки. Сорян, в следующий раз. Сливки. Хорошо, хорошо. Слушаем. Коза так коза. Или коза. И козы коза. Во. Ой, на самом деле, как бы, ребята, мы, можно так сказать, вроде как они еще песни есть, а уже так движемся. Я прям вижу концовочку. Поэтому, если вы хотите, чтобы наш сегодняшний эфир продолжился подольше, не забываем ставить лайки. Лайки. Еще можно было хотела сказать репосты, но репосты не совсем здесь актуально. Подписываемся, заходим в телеграм-канал, обязательно вот там прям подписываемся, потому что там не там идут анонсы именно эфиров и плейлист, там идет голосование за треки, которые вот хотели бы слушать. Вот, и просто живое общение, ребята, вы все там можете вообще в любой момент спросить все, что хотите, и просто круто пообщаться. Поэтому, пожалуйста, давайте мы будем поактивнее. У нас жизнь такая короткая, но она такая классная. Я сегодня чувствую, перепила L-карнитина с гуараной. Штырит не по-детски, как говорится. Оно, вот видно же, да? Кто у нас? 11:22. Оно. Или не хрена, не оно. Так, проще попробуем. Ох. О, и микс есть. Блин, тут сейчас сложновато, потому что я не совсем въезжаю, кто это и чё кого. Ты еще мне, конечно, Марсуша, безусловно, помогаешь, да? Так, по-моему. Первый в YouTube, да, окей, супер, спасибо. Да, все, так проще намного, вот из-за чего я. И...
Ой, запиши номер в трусах. Так, уже интересненькое идет. Что это у нас? Так, буквально один момент, потому что я очень хочу ознакомиться, кто это, что это, потому что мне это не знакомо. Два участника. Так, творческое объединение Ростов-на-Дону, в котором входит My Voice. Не знакомо. Америка. Ой, тепло. Ага. Так, перед знакомством с My Voice уже длительное время коллаборировал с Ути. После знакомства они решили создать музыкальное объединение. Название объединяется просто примерно коктейль «Молоко плюс» из книги фильма «Заводной апельсин». К сожалению, из книги и фильма я не смотрела, не читала книгу и не смотрела фильм. Кстати, поделитесь, кто читал или кто смотрел, круто ли, понравилось, не понравилось, и про что. Буквально в двух словах сюжетик. Вот. Так, уже понятненько, супер. А трек он «Сливки» это... А это альбом, куда входит «Сливки» трек. Окей, все ясненько, уже намного ясненько, интересненько. Все, поехали, слушаем. Божественного плана еще не было. Все впереди, ребята, поехали, слушаем. 4 минуты. Молоко плюс, запиши номер на трусах. 78-63, база накрыта до завтра. Начиналось с интереса и кончалось правда. И тебе Ростов под соусами, остальные города. Лапа под воротом, а где как нашел по фото сам? Он все еще смотрит им в глаза, тянет скулы будто рак. Что не так? Как решать хочешь, ну что не так? Зарядка суммы на 25. Знаешь, ну так зарубляем. Все мой делает ей больно тишино. Сёрфин это не про сёрфин, тяжело. Рядом фри, как Маяковский, южного бриллианты. Не Сваровский, блеск, Каратаковский. Миллион на соске, она не жена. Полуголая по пломбам гоняет палку молодого лорда. Места, где сложно по трезвости. Пропала без вести. Совесть у жителей близости. Мои окрестности. Входы, выходы с без вести. В моем дворе груды металла из доблести и обыски глупости. Суки влюбляются в образы. В руки намотаны волосы. Мы зависаем над пропастью. Но есть хорошие новости. Солнце сорвало поезд. Мы вылез в притон убитого, чтобы забрать миллиард из голов моих зрителей. Шоу мистера Гриндера. Руки затерты в крови. Делай то, что ты слышишь. Нахуй советы, как жить. Мы знаем, как пиже. Музыка в моей груди. Дай судьба не обижен. Я умножаю на 3. Все, что ты знаешь, right и видишь. Right around my city with that book. Too lit. Got pills weed in the truck. Too drunk to give a fuck. I slam a hole like a dog. My Zabidos know the bug. A rapper gon' phone the blood. I trap it on sold some drugs. Fell out of love with life. But that ass gon' make me love. No hoe above my wife. Put my ex bitch on the cuff. Said that she done with life. Pray I stashed up all the rub. Before she home a ride. Her mind I'm gon' divide. Can't drop me my loco. What type of dice you want? I'll never die alone. As long as my choir condone. Now I require the throne. American road. Boot like Galito. Shoot like Galito. Rolls Royce, дикий блин и на. Они вау, мне кричать выделяюсь на фоне задрипанных колымат. Сколько братьев со мною, я гордо напомню, не парься. Мне хватает 5 пальцев. Бля, прикинь, один за пальцы даже. Это средний тебе все покажет. Если вздумал доебаться, Ingress, we dress, эти цацки подарят мне свет. Это чемпион, champ in the hood. Я проламывал слем этих сор. Сама хотела кисоль. О, мне не стыдно, когда слышно пульс. Я на взводе, будто катапульт. Окрыленный нахуя разбол. Братья нажигают новый боль. Деда Чика скажет, я не буду. Она шутит, ведь я знаю дору. Она лезет в мою халабуду. Бывший палец пахнет каламбуром. Танцу на пилоте.
колонне даме тут не привыкать. Мы на полигоне приготовили снаряд. Южному пижону только повода бы дать, чтобы пока слить на славу дать. Ой, ну вообще круть! Прям так качает. Честно, сначала вот что-то мне не вставило вообще My Ways. Может, они, конечно, так разгоняли немножко. Я так думаю, блин, вот походу вот... Ой, не знаю, тут просто, мне кажется, надо вайп свой поймать. Меня вообще раскачало. Тут даже чисто речитативка вообще, мне кажется, бомба идет. Ах... Не знаю, вообще просто, мне кажется, ну, как бы, не, ну, здесь, мне кажется, на любителя однозначно, потому что необычная структура трека самого, здесь нет припевов, нет интро, ни аутро, очень, вот я обожаю вот эти концовки, в конце как-то прям задухание пошло, ой, классно, начался раскач вообще на третьем куплете, ребята выделяются, вот они, видите, каждый куплет, каждого артиста. Ой, блин, ну мне очень зашло, круто. Прям именно кочевый такой. Классно, спасибо. Вот прям, да, я не знаю, конечно, как, что за трек у нас, вот эти сливки, но прям, ой, вообще супер. Крутой альбом, у меня стрима. Ну, знаете, после этого трека, на самом деле, мне очень захотелось послушать, потому что... нет, знаете, вот я же говорю, это своеобразный трек, потому что если как бы вот у нас разное бывает настроение, да, меняется в зависимости от дня, там, не знаю, погоды и всего остального. Вот когда у тебя не очень такое настроение, такое подпаршивенькое, под выпендверта, скажем так, то он мне вообще не зайдет. Вот а-ля в другой день бы, возможно, я бы сказала... Ну, что-то не мое, ребята, сорян, идем дальше. Не знаю, может, то, что я говорю, я сегодня в таком на подторгнутом настроении. Вот. Не знаю, мне понравилось. Очень классно. Вот я говорю, атмосферно, вот очень качает. Прям хочется. Свет, туша, ребята. Ой. Надеюсь, я не совсем очень глупо выгляжу. А даже если так. Блин, классно, спасибо. Мне очень трек зашел. Еще сливки, альбом. Да, дайте помечу, что это альбом. Не, ну там же трек еще есть. Правильно же я поняла? Так, пошлая Молли, сорян. Ты в пролете сегодня. Саша, смеешься с меня, да? Ой. Я же говорю, даже если я сегодня очень забавно, смешно и как-то несуразно выгляжу, я хочу свои вот эти позитивные феромоны и все флюиды передать вам, чтобы вы от меня зарядились. Вот. И не спали так же по полночи, как я. Потому что у меня последние дни, может быть, это на фоне, что я заряжаюсь от стримов, так происходит. Но я какая-то просто... У меня очень... Тяжело. Засыпаю. Но я по полночи еще книжки всякие читаю, слушаю всякие умные вещицы. Вот. Так. Волоп Каверс. У нас есть такой человечек. Но его, наверное, сегодня нету с нами. Он просил его трек послушать. Блин, если ты сегодня с нами, то прям отпишись. Просто хочется послушать твой трек. Это его авторский трек. Мне кажется, когда чтобы он был с нами онлайн. Как вы считаете? Мне кажется, будет чуть-чуть так правильно. Вот. Вот. А следующее у нас... Поменять трек. Подожди, сейчас посмотрю, что...
Так. Мне тут подсказывают, что я что-то не совсем правильно сказала. Парт-куплет. Назвала. На следующем стриме послушай Квестер. Даша, сейчас. Меня просто... Так. Трек. Андрей Гаврилов. Хорошо, давай заменим. Если не я тебя люблю, то это у тебя, наверное, поменялось настроение. Уже оно бодрит от меня, да, идет? Да, давай, пиши, какой трек. Так, давайте я запишу Квестер. Как Black Star прям. О, кстати, ребята, вы в курсе? Вообще, кто знаком с кофейней, ну, уже, конечно, да, бывшей в нашей стране кофейней, называешь куплетами? У меня муж вообще такой критик жесткий. Он сказал, что я называю куплетами, он, надо, молодежь называет партами. В общем, я же стараюсь молодиться-то, извиняйте. А, что я хотела сказать. Ну, как бы, я думаю, что многим из вас знакомы старбаксовская кафехи, да? Ой, я сейчас могу вообще прям начать философствовать. Я, кстати, недавно прочитала одну книгу. Ну, это ладно. Это просто квестар, да, нашло. Это Black Star. И я очень расстроилась. Мы, знаете, мы когда ездили крайний раз в Петербург были, и мы зашли какого-то марта, не то 6 марта, не то тут что-то, 7-го, наоборот. Как раз, то есть это был последний рабочий день старбаксовских кофеен всех. И мы прям успели до закрытия вот с моим мужем успели купить по кофе. Я очень, меня безумно расстроилась, потому что для меня это не только кофе, да, ну, конечно, там безусловно, как бы, ценник у них такой прям нормальный. Мама, ой, ну, это прям, мне кажется, это прям какой-то совсем будет грустно. Вот, и в тандеме Тимати, в общем, к чему я веду, Тимати открыли Star Coffee, было Starbucks, а сейчас Star Coffee. Мне, конечно, безумно интересно попасть туда, посмотреть это все, что это, как. Но вроде как они говорили, что там самые минимальные, типа, сроки им нужно некий а-ля ребрендинг сделать, но при этом, то есть всех сотрудников, все, вот все максимально, все оставить. И, конечно, очень интересненько. Они даже сделали, ну, кто видел, за новости читаете, нет, картинку, ну, их вот этот, господи, логотип очень похож на предыдущий Starbucks. Боже мой. Это, понимаете, это не кофе, это не просто кофе, это сама атмосфера, это совсем вот что-то другое. Вот зачастую, ну, как бы я по себе сужу, да, я приходила туда, понятное дело, что ты покупаешь кофе, ну, блин, это такое ощущение, что ты прикасаешься к чему-то какому-то такому большому, даже не могу сказать, как. Ой, ну, блин, круто, и очень жаль, конечно, что закрылось. Старым вообще Александр, он поспался на сцену меня. Ой, Александр, да вы вообще просто это, звезда. Я над Марсюхой всегда прикалываюсь, говорю, ты звезда, а я не звезда. Ой, так, Андрей Гаврилов, я попрошу единственное, уточните, пожалуйста, вот из этих двух песен «Я тебя люблю» и «Мама», я понимаю, что обе очень грустные, потому что, ну, как бы у них такая тематика, у них веселенького особо нету, но что менее грустнее? Ну, подумайте, пожалуйста. Секундочку. Так, идем дальше. Я прям заговорила с вами. Вы такие классные ребята. Ой. Кизару. Keep Strange. Так, давайте здесь. Мне больше уже нравится тут.
это тречок. Текст песни премьера. А, тут даже текст песни. Ой. Сорян, рано, еще. Мы текст не открыли. О, ну что это такое? О, кто там писал, кстати, по поводу 30 градусов? О, у нас тоже эту неделю за 30, следующую 29 таки. Ох, прям жаришка ждет нас. Меня сравнили с Фломастер, спасибо большое. Не знаю, я вообще-то как бы стараюсь своей версией себя быть. Но кому как. Heroin Water идет как раз следующий после Макан 20. Вот. Ой, Александр. Ой, Андрей Гаврилов, вы вообще у вас прям так... Настоящий сюрприз. Как что-нибудь преподнесете к нам? Да, поехали. Я вспомню свои 20, темы, тусовки, терки. Кутузу разрезает, переодетая в М-ку пятерку. Меня девчонка ждет дома, я с центра на тренировку. Утром храм с пацанами, в моей душе все по полкам. Я бил, пропускал, извинялся и прощал. Был предан, но видит Бог, я никогда не предавал. Мог разбиться, но пролетал, сдаться, но газовал. Хотел влюбиться 1000 раз, но влюблялся, когда не ждал. Я менялся и вырастал, люди шли, я их отпускал. Обещав себе ночами, мой шлягер споет квартал. Ставил и поднимал, потом ставил. Ставил и прогорал, время шло, и я видел, как Бог давал. Дорогу идущему на закат, покой тем, кто не встал с новым рассветом. Демоны сбивают нас с координат, но мы возвращаемся на сторону света. У нас вместе что-то не так, там бы жаркой зимы и прохладного лета. Демоны сбивают нас с координат, но мы возвращаемся на сторону света. Ой, ребята, просто кто, Саша 98. О, вообще, пока без комментариев, но это... Ой, это мощь! Тут прям все складывается, классно! И тематика, и суть, и музыкальная, ой... Бог давал и забирал, был выбор, я выбирал. Я оставлял долги и видел, как внимает тоже кто-то оставлял. 2018-й, девятка режет квартал. Там, где не мог заработать, я попросту отбирал. Брат сказал, мало, how do you do? Посеешь характер, сегодня, завтра пожнешь судьбу. Выбирай сердцем путь и молись, чтобы не свернуть. Я прикрываю твою спину, но сильно не выпячивай грудь. Ветер уносит наше прошлое, брат. Ты учил меня молиться и заряжать автомат, да? И я молюсь, уходя и возвращаюсь домой. Я иду, ведь я знаю, что Бог дает. Дорогу идущему на закат, покой тем, кто не встал с новым рассветом. Демоны сбивают нас с координат, но мы возвращаемся на сторону света. У нас ведь что-то не так, нам бы жаркой зимы и прохладного лета. Демоны сбивают нас с координат, но мы возвращаемся на сторону света. Дорогу идущему на закат, покой тем, кто не встал с новым рассветом. Демоны сбивают нас с координат, но мы возвращаемся на сторону света. У нас ведь что-то не так, там до жаркой зимы и прохладного лета. Демоны сбивают нас с координат, но мы возвращаемся на сторону света. Богу идущему на закат, покой тем, кто не встал с новым рассветом. Демоны сбивают нас с координат, но мы возвращаемся на сторону света. У нас ведь что-то не так, там до жаркой зимы и прохладного лета. Демоны сбивают нас с координат, но мы возвращаемся на сторону света. Ну, тут как бы я сорян, я умываю руки. Для меня это сегодня лучший трек.
Вообще не, потому как бы тут никто не берет, пусть вообще на свой счет, даже не думайте, все треки очень классные, но тут, понимаете, блин, тут вот тут вообще свой вайб, понимаете, тут вы на секунду, о, демоны сбивают нас с координат, но мы возвращаемся на сторону света, у нас вечно все не в такт жаркой зимы и прохладного лета, и это только припев, ребята. Где мета? Где мета? Сорян, нету. Была бы я обязательно вручила, но это очень круто. Саша, 98. О. Для меня сегодня, подождите, я один момент прям, чтобы не упустить однозначно. Так. Надеюсь, не сильно звучит. А ну да, 2.40, 2.40, правильно ли? 2.42. Все, то есть, чтобы вы понимали, я проверю. Я вспомню свои 20, темы, тусовки, терки. Кутузу разрезает, переодетая в М-ку пятерку. Меня девчонка ждет дома, я с центра на тренировку. Так, не совсем то. По-моему. Помню свои два. Это лайф. Блин! Я просто хочу этот трек себе в плейлист, чтобы вы понимали, как мне его найти. Мам, милая моя. Помню свои 20, темы, тусовки, терки. Кутузу разрезает, переодетая в М-ку пятерку. Все, все, все. Все, оно ой. Хуга, да? Правильно, надеюсь? Я понимаю, конечно, что это шутка. Фломастер однозначно легенда про это. Ну чё, а чё? А чему, ребятушки? Это, мне кажется, вообще уровень, к которому нужно стремиться. Ну, я имею в виду в плане там реакций, там разборов и все такое. Вот, поэтому мы только учимся. Блин, Саша 98, ты бог сегодняшнего эфира по предложению вообще трека. Ой, как вот тут, как вот. Даже галочки все себе поставлю. Так, кто там просил Hero in Water? Божественный план. Сойдет, да? Пойдет. Не, давайте полностью еще текст искать. О, открытие года. Слушайте. Понимаете, да? Что... Ой, все, вот у меня, честно, у меня не хватает слов, как бы меня Хьюга. Как бы меня не критиковал мой дорогой супруг, но, честно, у меня не хватает. К сожалению, моему удивлению, несмотря на мой тоже довольно-таки, я считаю, словарный запас такой объемный, мне не хватает всех слов вообще, и вот не выразить про мощь сегодняшнего эфира. Да, Кира Вадим, мы, кстати, вот на прошлом эфире, который, к сожалению, заблочили, обсуждали, и трек какой-то слушали. Уже мы слушали трек, где-то он у меня был. А, забудь. Едва не без длинного. Поехали, слушаем. Два дня без длинного.
говори, что ты реальный нигер. Тогда объясни, как я забрал весь твой кэш. Катица помешался, мне нужен весь мой ебаный хлеб. Моя малыха танцует на моем члене нижний брейк. И у меня щепка сон, божественный план, будто я Дрейк. Я кончил, хули ты расселась, тебе показать, где дверь. Как зомби из The Last of Us, детка, дай мне свой брейк. Не про беременность, но нам мне еще две палки, как в тест. Я провел фестиваль в Тихаусе, это был Ти-фест. Они не верили, это моя месть. Суки. До встречи с твоей бабушкой не знал слова секс. Так что талантов танцует, нахуй ей может спеть. Твои нигеры белые, как ночи в Питере и снег. Я получаю бабки даже во сне. Твои нигеры белые, как ночи в Питере и снег. Ух. Про влюблённость, но оставил опу бабочку в животе. И у меня живот отлина, будто ща рожу детей. И жди звонка, ты была нужна мне только на один день. Я пырнул его в пузо, его кишка свисает, как ремень оффлайн. Красивая тёлка, не хочу из неё вынимать. Не про зачётку, но купил у препода автомат. У твоих шутеров нет денег, у них эко. Вина и дерьмо, я бэка. DHL запретили вражки, отправил брикет из дыра. Как будто плохое зрение, я не вижу твоего своего. Я не буду её ебать, она кончится до утра. Знаете, мне кажется, я все-таки очень, наверное, себя похвалю сейчас, но мне кажется, я начинаю, может быть, вот такими, как правильно говорится, семимишными шагами двигаться и расти в плане все-таки начинаю, наверное, соображать, что к чему. Вот если бы на первом, возможно, моем эфире включили бы, я вообще бы просто такая: чё? Что это? Откуда? Кто куда-то тыкает? Какой свой? И кого куда? Но тут, понимаете, тут своя атмосферка. Тут помимо того, что начинает просто долбить и качать самых первых вообще ноток, тут просто надо... Я считаю, вообще это... Это своего рода, ну как, даже не своего рода, это определенный талант, не только в музыкальном плане, да, от своего, свой и своеобразный талант, начинаю уже, простите, заговариваться, в плане написания и создания таких текстов. Лично моя точка зрения, потому что для меня, как тоже, скажем так, начинающего артиста, это, для меня это не по, это вообще даже... Я умываю руки, я такое не придумаю даже. О чем? О чем? Столько тракционных пачков пистолетов. Дерьмо я бык. Риски спались, понятно. Песню Дрэк, да, применили. Ну, как бы... Семи... Вот, спасибо большое, потому что я уже семимишными... Новый словарь. Далее пополнился. Семимильными, точно, блин. Мне кажется, просто да, все-таки это сказывается. Непривычная работа в столь поздний час. Но ничего, мы семимильно, семимишными шагами идем уверенно вперед. Ну, классный трек, что сказать, я не знаю. Вообще, как бы, я бы поставила десятку, честно. Огонь. Так, кто у нас там дальше трепсать хотел? Что? Слабушки-ладушки с патушки ушли? А? Поехали, трепсает. Тоже сейчас маханет. А, ну, собственно, зачем, да? Зачем мне переменить?
Так. Ну, режет немножко, да, на первый взгляд такой, типа шалах. Все-таки, ой, недавно посмотрела фильм. Супер-супер. Влад Панов, ты с нами. Очень здорово. Не надо спать, еще время детское. Посмотрела фильм, основанный причем на реальных событиях, как бы... На первый взгляд мне показалось, думаю, ну какая-то вот что-то такая лапуда, там, не знаю, а-ля из серии, может, перекликается через... Там что-то, может быть, легенькое, мелодрамное, эротичненько, так скажем, из «Кортницы». Но он как сериал, не сериал, не знаю, кто смотрел, не смотрел, может быть, как бы реальные пацаны такое не смотрят. Ну, в общем, реальные девчонки такое смотрят. Ну, в общем, суть в чем, как бы, да, вот я просто зацепилась за слово, как бы я говорю, резанул. Но суть в том, что на протяжении всего фильма основан на реальных событиях. Сейчас быстренько скажу, как и в чем. На протяжении всего фильма вроде как бы лайтово так идет, все, в общем, прикольно, там девчонка амбициозная из глубинки, из Польши, Польша там. Фигурирует, это, по-моему, и режиссер польский, амбициозная, хотела там красивую жизнь, много денег и все такое. И, в общем, наткнулась, скажем так, на эскорт-услуги, все удачно, ей все нравится, все круто, она там работает, ее там, они, в общем, трио, мама, дочка и вот эта девчонка. Вот. Они начинают расти в этом своем бизнесе. Эта девочка начинает заведовать там еще там, поставлять за границу еще девочек. Ну, в общем, меня что поразило? Все вроде все хорошо шло. Но конец меня прям вот эмоционально даванул, так скажем. Что я немножко в таком впечатлении была, там как бы немножко, это понятно, все сцена, да, это кино, фильм, но жестко немножко было. И там суть просматривается такая, что как бы все-таки карма в этой жизни есть, то есть, как бы там ей там стили за то, что она когда-то там одного чувака ударила, он это не простил, и все такое, ей очень жестко отомстили. Но суть еще такая очень тоже важная, переплетается с этим. Переплетается с тем, что все в нашей жизни бумерангом возвращается к нам, это раз. А во-вторых, что несмотря, вообще, сегодня в эфире мы повторяли, несмотря ни на что, там как бы она такую фразу сказала, через что мы готовы пройти и что вытерпеть ради человека, которого любим. Ну, В ее случае была дочь. То есть на ее примере показано, что через все. И в конце такая отсылка на то, что за 20-й, по-моему, год, если не ошибаюсь, цифру могу тоже перепутать, там, грубо говоря, 2500 девушек из Польши, именно из Польши, были вот отправлены на... Вот, в это, вовлечены в раб... В раб... В сексуальное рабство, грубо говоря, в общем, на этом все. Вот, ну, надеюсь, у нас песня не про, совсем не про это. Прошу прощения за такое отступление. Ну, поехали. Слушаем. Thank you.
как увидеть, жопа как увидеть. Что хочешь от меня, что хочешь от меня. Да, я хочу за поработать, так как ты не работаешь. Я даже не знаю, больно. Надо больно то, что надо на то. Покажи мне, как будто, покажи меня. Ну, как, ребята, я скажу, Саш, а в плане перебор, что ты имеешь в виду? Ну, честно, я даже удивлена, что я такое, скажем так, вступление сделала, вообще не подразумевая ни про что, да, но тематика, как мне показалось, здесь и прослеживается. Только тут, скажем так, от одного лица. Ой, ну с музыкальной точки зрения это прям вообще очень круто. Прям качает. Но, честно, я на самом деле сейчас вообще погрязла в текст, и я не знаю, что искала. Не знаю, что искала. Нашла ли, не нашла. Но что-то однозначно нашла. Ну, прям... Ну, тут еще, понимаете, как бы тут суть-то в том, что надо... Вот это вот как бы еще надо еще на слух как-то воспринять. Вот. Ну, такая... Крутой трючок. Что уж сказать... Ничего ж тут не скажешь. Ой, начало, вот начало, концовка, это просто разнос, мне кажется. Ой, ну бридж вообще, мне кажется, это вот прям отдельно выделять. Не знаю, что-то, сорян, просто что-то как-то пошло после какого-то трека в Ютубе, и все. Я сейчас просто столкнулась с тем, что не совсем удобненько. Ну ладно. Ну, блин, трек однозначно классный. Такой прям еще из... С такой линией-то... Говорить не хочется. Ну еще бы, блин, прям переслушал. Бодрит. Ну, пёс мой, ты мой верный друг. Так, у нас сегодня осталось два трека. Куистар. Даша. Не знаю, что это. Качество звука. Ребята, я даже спорить не буду, я как бы не совсем в этом сильна. Но кто-то мне говорил, что качество звука отличается. И, по-моему, вот я что-то запамятовала в плане того, где лучше, грубо говоря, ВК или YouTube. Кто знает, подскажите мне, я запамятовала. Кто-то мне говорил, что где-то лучше из этих двух вариантов. Вот, поэтому... Ну, давайте вот этот следующий трек однозначно, мне кажется, вот здесь послушаем. Ой, я вообще просто кайфулики ловлю от нашего сегодняшнего эфира, ребята. Старт Даша. Ну, как бы вообще не знакомы. На Ютубе похуже, чем в ВК. Вот. Поэтому. А с чего мы стали слушать YouTube? Сегодня никто мне не подскажет, что мне бахнуло в один прекрасный момент, что я решила на YouTube послушать. Исправляемся. Листар. Вот. Хорошо.
по-моему. Картинка какая-то такая прям... Косинка. Косинка. Не пойму, что это, правда? Ну, откроется, нет? Сохранить изображение как? Ну, ладно. Давайте послушаем. 2.06, это радует. Улица Варфоломеева, дом Сити-Сити-Сити-Сити. Маршрут построен. Любой многоэтажки, будто ребенок Африки, меня мучает жажда. Хочу поверить, то, что будешь рядом однажды. В сердце столько копоти и черной сажи. Посади в собой, видным белым Даша. Прошу доставить вам дезокрашу. Я же сказал раскрашу. Небо нежно-розовое, дарю тебе розы. Волосы цвета осень. Больше меня не спросят. Я заигрался в любой. Знаете, припев что-то напомнил а-ля Дима Билановские какие-то треки. Там какое. Про такси и не такси, вези-вези, меня вези. Ну, я имею в виду в плане музыкальном. А, давайте вот так вот посмотрим, кто это, что это. Российский хип-хоп-исполнитель. Хип-хоп-исполнитель. Тему интереснее. Какого вклада? Популярные. Чуть-чуть посмотрим. Такси. Такси, такси. Зизи. А, 8 тысяч подписчиков. Я просто не знаю, краски в сети. Ой, ну, картинка однозначно классная. Я такие прям цвета. Краски. А, у него все под в одной картинке, да? Или это альбом уже, чтобы я понимала? Ну, в общем, не суть. Я просто не знакома с этим артистом. Ну, такая, я бы сказала, интересная находочка. Кто предложил? Спасибо большое. Зеленоглазое такси. Ой, Мишка-то. Мишка-то махет. Вот, ну, как бы для, скажем так, для артиста, которого я не знаю, такой трек прикольный, классный, своеобразный. Куплет один, не затянуто, бридж, все дела, небольшой припевчик на 2 минутки. Ну, музыкально. Интересно, вот такие моменты. О, распета. Хорошо. Чувак, молодец. Пишет, трудится, творит. Так, кто там сонную лощину заказывал-то? Если не ошибаюсь. Влад? Влад, ты с нами, Влад? Уверена, что с нами.
Ребятушки. Влад, я уверена, я знала, что ты дождешься, потому что твой трек сегодня будет завершать наш прямой эфир крутой. У меня к вам будет одна маленькая просьбочка. Но после этого трека... Все же, ну чего? Он... Можно вот такой вопрос, Влад? По-моему, вы не писали сегодня, сколько вам лет. Уточните, пожалуйста. Потому что тут мне подсказывает, что мы с Владом друг друга понимаем. Мы близки, так скажем, да? В плане, я имею в виду, возрастного жизненного опыта. Вот. Влад. Просто вообще. От души душевно. Душу. Вот. Ну, о чем вы? О чем? Я же сказала, что мы с Владом... практически на одной волне. Так, и у меня к вам будет одна маленькая просьба, но это все-таки в конце эфира. Перед тем, как нам послушать последний трек, я вам напомню о том, что вы все и так прекрасно знаете, что я жду от вас лайков на этот эфир, и не только на этот. Я стараюсь в первую очередь для вас. Я надеюсь, что вам все нравится. А если не нравится, то можете написать, что не нравится. Мы будем над всем этим работать. Я к критике отношусь абсолютно прекрасно. Вот. Ну, подписывайтесь, ставьте лайки, пальчики вверх, там, не знаю, пальчики на ногах можно вверх тоже поставить, очень полезненько. И заходите по ссылке в описании. В телеграм-канал. У меня такие паузы пошли. Я очень буду вас ждать. Кто подписался, просто уже вообще наикрутейший мэм. Я знала, что мы с вами вообще на одной волне. Сингл от Мияги. Сунная лощина. Стал первым синглом исполнителем спустя 9 месяцев после... Ой, ну да-да-да, я помню. Сентябрь. Описывает то, что... Не веди за собой, исполнитель просит, чтобы вся печаль ушла от него, забрай с собой туманившие около воспоминаний. Ну, будет, мне кажется, что-то сейчас такое не совсем легкое однозначно, потому что как бы тема такая очень личная, тонкая открывается, поэтому... Вот, вот. Юга тоже прям круто вообще. Я вообще очень рада и даже не могу даже просто выразить эмоции свои словом рада, да, радость. Я на самом деле это определенный уровень эйфории от того, что появляются все новые лица и еще больше. Эмоции во мне рождаются от того, что люди остаются и на таком, на расстоянии, да, на интерактивном, не только на интерактивном уровне, мы друг друга чувствуем, да, правильно, чувствуем, не то, что понимаем, а именно чувствуем. А вот через чувства, друзья, чувствуйте, будьте открыты к этому миру. Красные кнопки, все там вверх, пальцы колокольцами, ой! Ой, что-то я вообще даю сегодня. Спасибо большое. Так, все, немножко так взбодрились. Поехали, слушаем Мияги. На самом деле очень интересно все-таки. Обряды рядом, братья, протирайте деньги, бит под окна. Ты бы дыл до бигов, до маков не лопал, подготовлю. Софитов не надо к ряду, не надо вам меня любить. Рубите в небо канонады, не получится забыть, не ешь. Закинем удочки за правду, откровенно говоря. Видеть сегодня вас я рад был, я твой мозг не засорял. Тут без греплинга креп, хлебом не корми, да дай свалить от этого вообще. Локаторов на карте практика показывала факт фарту.
За пазухой заныкал мантру. Игриво годы пролетели, навели бардак. В этой смуте, суете себе забыть себя не дам. Ама-ама-драма, великан Бари. Живели пацан, на кону тут вся пари. Запарафинил саунд, запили косам гори. Как я, музыкой любви, от зари до зари. Сонная лощина, не веди за собой меня, за собой меня. Одновременно манила разум и готова была всю огня, всю огня. Тут лирика рекой, да пиздеца недалеко. Пили-пили-ко, и когда думал на мотор, ты собери себя потом, ты же по сути молодой. Сонная лощина, не веди за собой. Басота на картах, тут к углам не зарастают тропы. Мой город это рай, рай для копов. Заныкали в окопах нарки, жало доварку. Упаси бог от житухи настолько не сладкой. Тут до сих пор думают, что сила в силе. Снова на Кирова заморосили. Вчера опять стреляли, видимо псы затусили. Попили, после же закусились. Люблю этот город всем сердцем, честно. Только он клал на твои интересы. Тут ценятся обвесы, двиги, прессы, покер, местность. И чем ты можешь быть полезен? Смысл теряется любой нотации. Любой вопрос решится за по-братски. Рушатся замки, горят мечты и братцы. Такова же духа самой сильной нации. Сонная лощина, не веди за собой меня, за собой меня. Одновременно манила разум и готова была всю огня, всю огня. Тут лирика рекой, да пиздеца недалеко. Пили-пили-ко, и когда думал на мотор, ты собери себя потом, ты же по сути молодой. Сонная лощина, не веди за собой. Сонная лощина, не веди за собой меня, за собой меня. Одновременно манила разум и готова была всю огня, всю огня. Тут лирика рекой, да пиздеца недалеко. Пили-пили-ко, и когда думал на мотор, ты собери себя потом, ты же по сути молодой. Сонная лощина, не веди за собой. Ребята, честно, на самом деле даже я не знаю, что сказать. Тут не того, что мне нечего сказать от слова, что не хватает слов. В другой немножко, скажем так, интерпретации, потому что... Ну, тут настолько лично, я считаю, что... Ну, то есть... Из серии, мне кажется, только автор это может до конца понять, до конца прочувствовать. И, ну, тут как бы, да, вот рушатся замки, горят мечты и братцы. Такова же дух, житуха самой сильной нации. Ну, это даже что-то образное. Это как бы что-то дошло на меня. Зашло. В общем, я как бы, ну, сорян, умываю руки, я здесь даже не хочу говорить, потому что это, на мой взгляд, это отдельный, очень сильный и личный трек, который, я считаю, не совсем уместно будет. Нет, может, уместно, я имею в виду, как с музыкальной точки зрения, но это больше не как трек и как песня, да, как даже ее не назвать. Это больше крик души, однозначно. Он, ну, я уверена, что писался как-то так, чтобы какой-то кусок боли, который переживал на тот момент автор, хотя бы оторвать от себя, чтобы стало чуть полегче. Просто, знаете, боль настолько сильная, непередаваема, что ты просто не знаешь, как мне справиться, и вот... Хоть бы, вот в надежде, хоть как-то, может быть, вот так хоть чуть-чуть полегче станет. Вот, знаете,
фразы там «время лечит». Вот мне интересно ваше мнение. Вот кто согласен с этой, вот, с этой фразой? «Время лечит»? Ну, не без продолжения там «время калечит». Нет, именно вот «время лечит»? Аль нет? Да, вот я, ну, как бы я просто, не хочется выражаться нецензурно, конечно, лексикой, так скажем, да, употребляешь организмов нашей. Ну, сорян, как бы для меня это вот прям большой такой пиздец. Это, ну, Саш, тут как бы, понимаешь, 50, ну, это... Ну, это мое мнение. Я к тому, что этот трек не для... Понятное дело, никогда ты там... Все, давайте послушаем «Сонную лощину». О чем? Это даже не трек, я же говорю. Это такое произведение, что притупляет. Ну, притупляет, да? Согласна отчасти. Знаете, ну, ой, как-то мне кажется, я настолько прям углубилась в эту тему, в этот трек, что меня аж вот настолько до мурашек прям пробрало. Ну, как минимум, знаете, вот... Во-первых, такое вообще вот никому никогда в жизни не пожелаешь. Даже о чем говорить? В смысле пожелаешь? Вообще никак такое вот можно пережить. Люди, которые это переживают каким-то образом удивительным, знаете, находят вообще в жизни, чтобы как-то жить дальше. Это не то, что шрам, это даже, ну, если взять, да, как вот непосредственно эту ситуацию, да, о чем вот трек. Это не то, что шрам, это, ну, это мне кажется, это... Знаете, вот как в детстве коленки сбивали, однозначно у всех было, и потом рана вот эта коркой покрывается. Но только эта корка может потом сойти, и как бы ничего не останется. А это вот из серии, что это с вечно покрытой, рана с вечно покрытой коркой, которая, ну, держится так. Может быть, с годами, да, со временем она чуть-чуть подсыхает, но она остается. То есть, грубо говоря, всковырни ее, и там просто, ну, как бы, рана откроется. Ну, может быть, это вообще даже может быть и слабо. Вот. Ну, о, ребят, ну прям я сейчас могу заплакать. Я немножко на иронию перехожу. Называется, чем дальше начинаешь немножко так размышлять и задумываться. Мне кажется, если сейчас послушать второй раз трек, я реально как бы могу и разрыдаться, честно, что уж. Больным детям помогать в лечении. А, Влад, уточни, пожалуйста, ребенок умер от болезни, да? Потому что начинают помогать в лечении, это значит, то есть, вот, ну, когда, то есть, кто-то умирает, если ребенок, то от болезни. Там, ну, не просто, там, не то, что просто, да, не автокатастрофа или какие-то другие обстоятельства. Фу, ну, какой-то... У меня не хватает слов завершить, так скажем так, с окна выпал. Твою мать. Ну, как бы я так понял. Она выпал 9 этажа. А сколько лет было ребенку? Ну, если выпал, я так думаю, что маленький. 1,5 года. Все, ребят, ну как бы точно, я... морально, мне кажется, все, вот это был трек просто.
все такие в этом эмоции, сорян, какие у меня были заряжены на весь эфир сегодня, они вот прям такой жирной чертой сегодня подведены. Саш, ты мне что-то писал там по поводу что-то двойного трека, ролика или что-то. Сейчас. Что ты мне писал? А мою вторую не возьмешь в ролик? Саш, давай договоримся, я с твоего ролика следующий стрим обязательно начну. Давай? Давай два напишешь, то прям вообще по-братски. Напиши, и я начну стрим следующий. Просто, ну, как бы, меня настолько сейчас реально торкнуло, скажем так, в обратную сторону, то от этого трека, что я... Ну, в общем, сегодня, походу, опять ночью у меня бессонная будет. Какие тут могут еще книжки быть? Я, походу, опять загрузилась, все вообще. Ой! Ой! А Александр, собственно, пишите треки в телеграм-канал. Давайте уже, что это? А, капитан Мияги, да? Мияги. Капитан. Ну, это, ребят, не сегодня, однозначно уже. Но это что-то мощное. Вот. Саша, стой, стой! Подожди, не уходи. Моя малюсенькая просьбочка будет к тем, кто присоединился. Может, только что. Кто вообще сегодня был с нами в прямом эфире. И вообще, ребята, кто будет смотреть, большая просьба. Помогите, пожалуйста, мне как бы, в реализации моего канала. Я очень-очень стараюсь, правда, я буду стараться. Знаете, я еще очень много думала, там смотрела другие реакции, да, как, что, кто. И мне казалось, я пересматривала свои, и... Плюсенькое отступление. И какие-то моменты, мне казалось, я после эфира себя, там, знаете, ловила на мысль, блин, я вот такое ощущение, как будто я на каком-то мандраже, я не знаю, не то, что пытаюсь строить из себя что-то, нет, а вот, ну, как будто какая-то, не знаю, маска на мне самопроизвольно надевается. Но сегодняшний эфир, он особенный, это даже без всяких вообще сомнений, без всяких предисловий и дословий, не только в плане наполненности крутых очень мозгосшибательных, да, треков, потому что мне сегодня очень легко. Саша, не юмори, серьезно, вот сейчас пошла нотка. Вот. Андрей, вообще такие очень серьезные, кстати, классные треки нам это советуют. Без вообще всякой иронии, серьезно. Вот. В общем, к чему я веду? Что, ребята, для меня вообще каждый эфир особенный, но сегодня он, ну, особенный. Поэтому, пожалуй, ну, как бы я набралась такой смелости и прошу вас помочь мне, скажем так, в реализации. Может быть, вы кому-то посоветуете, будете советовать, как-то там, не знаю, делают репосты в Ютубе, я еще не совсем сильна, конечно, ну, там, в этом, просто там друзьям, не знаю, знакомым, там, хотя бы просто заглянуть, там, если не сложно, лайк поставить, вот, потому что для меня это очень важно, я, ну, честно, я на каждом эфире отдаюсь вообще настолько максимально, что мне кажется, я даже на работе сильно не устаю, не отдаюсь, как вот здесь эмоционально, хотя, казалось бы, да, сиди и слушай треки, и вообще кайфуй, но нет, но, что я хочу сказать, как бы мне с каждым эфиром становится чуть легче, а может быть, чуть легче от того, что и проще, потому что, ну, как бы, я себе ничего не строю. Вот я такая, какая есть, и я сегодня себе даже позволила немножко такое. Кто-то может подумать, увидеть первый раз, что скажет, какая-то сумасшедшая деваха, там сидит, что-то буровит, это что. Вот, Юга, спасибо огромное. Спасибо, классно. Ой, классно. Не то, что классно, что я классная. Да, я тоже ничего такая. Ну, в общем, ребята, спасибо вам огромное за активность. И что самое главное, что вы на протяжении, кто знает, тот знает, уже некоторых эфиров вы со мной. И это очень прям, для меня это очень ценно, вот, без всяких приукрас. Вот, все, я завершаю свою многословную речь. Латпанов, вы, как всегда, безупречны, джентльмен, что уж говорить. Андрей Гаврилов, ну, могли бы уже вот чуть-чуть постараться. Не просто про трек, а сказать, да, все будет супер. Саша, ты
ты понял, мы с тобой друг друга поняли. В общем, ребят, спасибо вам огромное, правда, если бы были все рядом, я бы всех обняла. Искренне, но я все свои фибры и эмоции шлю вам. Спасибо огромное за сегодняшний эфир, потому что однозначно меня как бы, ну что я одна, сижу да сижу. Вот, всем желаю доброй ночи, спокойной ночи, потому что, ну как бы, Влад Панов-то сегодня просто, я даже не знаю, кому я говорила там, Макан 20, с музыкальной точки зрения, как с точки зрения трека, десятка была, да, однозначно, там я говорила, но Влад Панов сегодня завершил это и сделал атмосферу совсем иной, поэтому это другая десятка, она особенная. Вот, желаю спокойной ночи, только добрых и приятных снов, тихой ночи, что немаловажно, кстати, и до скорых встреч, до очень скорых встреч, я надеюсь, вам было так же классно, как и мне сегодня. Спасибо огромное, всех обнимаю, и как всегда была с вами ваша